того, чтобы жителям нашего города не жилось скучно, мы придумали тракторный биатлон зимой. И после зимы родилась идея, а почему бы летом не сделать вот такое вот шоу, когда тоже грязь, трактора. Ну и люди, понятно, голодные, и надо их покормить. Поэтому зимой мы попробовали сварить уху. Сегодня мы варим уху, жарим с детишками сало на костре. Но многим этого не хватает, может, когда-то никто и не жарил его. И также сварим еще солдатскую кашу, которая будет содержать много-много мяса. И такие мероприятия мы, наверное, планируем проводить и зимой, и летом, чтобы это стало, ну, каким-то брендом города Горки и нашей академии.